чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и сразу же подписывайся на канал, чтобы вступить в мою супрем-банду. Если честно, я сам в шоке, что я вступил в супрем-банду. Поэтому быстрее подписывайся на канал, или ты знаешь, что это будет. А также поставь лайк, ведь если это видео наберет 800 лайков, то я сделаю новый потерянный эпизод. И сегодня мы делаем потерянный эпизод. Изи-пье в стиле того самого потерянного. Газ! Чтобы сделать потерянный эпизод в стиле газа, мне нужно было с ним пообщаться. Поэтому я пошел его искать. Газ! Газ! Газ, ты здесь? Газ! 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 Газ, ты срёшь? Ты срёшь? Газ! Газ! Ну нах! Газ, ты здесь? Газ! 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 Опять он пропал. Как видите, я его не нашел. И мое сердце обливается кровью. Как так? Он просто ушел. Он бросил нас всех на всю, чувак. Я его сломал. Ну чё, чувак, будем разбираться? Куда ты пропал? Ты думал, так просто ушел и все? Я тебя сейчас найду. Как вы поняли, в этот раз очень сложно делать потерянный эпизод в стиле газа. Потому что я с ним не общался. Для начала, что нам нужно сделать, это... найти серию, по которой мы будем делать потерянный эпизод. Как мы знаем, Газ делал настоящие потерянные эпизоды. Он брал реальные серии, не то что я, тупой инвалид. Если мы уже сделаем, по-моему, потерянный эпизод, то мы возьмем обычную серию фиксиков. К примеру, бетон. Это идеально нам подходит. Мы нажимаем нашу любимую кнопочку. Завантажи ты! А потом мы скачем какую-то серию газа, чтобы взять его футаж, но в сигнал. В принципе, можно даже эту серию не смотреть. Это нам не надо. Мы просто берем и сразу же пишем текст. Параллельно, пока я ремонтирую свой автик, я вам расскажу, что нужно делать в потерянном эпизоде. Как мы знаем, Газ делает настоящие потерянные эпизоды. Он берет реальные серии. И рекламу телефона я вставлять не буду, поэтому мы не будем делать полностью, как делает Газ. Ну, возможно, чуть-чуть. Первое, что нам нужно написать, это: всем привет, вы на развлекательном канале Газ. Меня зовут Алекс Кокос. Всем привет, вы на развлекательном канале Газ. И это потерянная серия фиксиков. Эта серия очень жуткая. Когда аниматоры компании Аэроплан закончили свою работу, они ушли домой. Но на утро, когда все пришли посмотреть, какая же серия получилась, все были в шоке. Никто не ожидал, что она будет насколько ужасная. Газ, в принципе, так и делает свои потерянные эпизоды. Я уверен, он так же самый машет руками. Только попробуй сказать, что ты так же самый не машешь руком. Концовочка там интересная, так что обязательно досмотрите до конца. Теперь мы переходим к монтажу. Перед тем, как делать свое видео, я хочу вам порекомендовать свое новое видео, которое намного страшнее потерянного эпизода. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. Дом-призрак. Как ты думаешь, на нем лежал труп? Что-то упало. Там я, кстати, снял почти настоящего призрака. Ох, как же это было страшно. Я думаю, тебе будет страшно, ведь это намного, просто намного страшнее потерянного эпизода. Обязательно, обязательно посмотри. Не дай бог, ты не посмотришь. Я же просто найду тебе пиздрину, понял? Автомат, пау. Не дай бог, понял? Не... Да ты что, не понял? Также, если ты хочешь еще новые потерянные эпизоды, то обязательно поставь под это видео лайк. Если это видео наберет 800 лайков, то я сделаю новый потерянный эпизод. И в принципе, я подожду 10 секунд, пока ты поставишь свой лайк. Мне не впадло. Я жду. Да ну поставь уже лайк, я уже задолбался ждать. Ты чё, лайк не хочешь ставить? Быстро поставь лайк. Что же, обязательно не забудь посмотреть «Дом-призрак». Это так страшно. Дальше мы делаем монтаж. Всем привет, вы на развлекательном канале Газ. Поняли? 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 После добавляем первую картинку. Фиксиков. На, вот так. День, эти всё, я прям не отвечаю, это я или ЦАП? Это ЦАП или я? Наверное, это ЦАП, Газ. После мы добавляем картинку и делаем обычный переход в сторону, как это делал обычно Газ. Вот так, вот так. Потом делаем вот здесь вот затишье, ничего. Просто пусть будет футажик 0 сигнал.
как делает в основном газ. И дальше мы добавляем опять картинку нолика. Изи! Изи! Добавили две картинки нолика, и все, хватит. 5 картинок на видео, в принципе, это нормально. 37 секунд затишья, нету ни одной картинки. Вот, здесь просто должен быть футажик, но сигнал, типа, сигнал пропал, ты понял? Понял, что сигнал пропал, понял? Вот так вот, потом мы добавляем последнюю картинку. Тоже она выходит в сторону, вот так вот. И в принципе на этом заканчиваем видео. Тем, что ты должен посмотреть Дом Призрак. Ты не дай бог не посмотришь Дом Призрак. В общем-то, а теперь собственно смотрим и сам потерянный эпизод. Всем привет, вы на развлекательном канале ГАЗ, и это потерянная серия Фиксику. Эта серия очень жуткая. Когда аниматоры компании Аэроплан закончили свою работу, они ушли домой. Но на утро, когда все пришли посмотреть, какая же получилась, все были в шоке. Никто не ожидал, что она будет насколько ужасная. Это я, ГАЗ, и это потерянная серия Фиксику. Название серии было... Тупой нолик. Серия началась обычно, вроде ничего не предвещало беды. Нолик бегал вокруг своих друзей, все смеялись из его бега, ведь он бегал странно, как младенец и чуть ли не падал. В один момент нолик подбежал к папусу, и папус начал кричать на нолика, что он бегает, и замахнулся, чтобы ударить его. Но он не успел, ведь нолик быстро убежал и спрятался. Нолик понимал, что с папусом что-то не так. Нолик сидел под микроволновкой и плакал, но вдруг к нему пришел папус и попросил прощения. Нолик засмеялся и пошел с папусом. Папус показывал Нолику, что он делает. Но вдруг включился громкий звук. И папуса как будто подменили. Его глаза стали черные. Он стал одержимый. Нолик испугался, он хотел уже убегать. Но папус его поймал. Нолик потерял сознание. Папус начал со всей силы бить его. Нолик все-таки пришел в сознание. Папус схватил Нолика и крикнул ему в лицо. Это все из-за тебя. Но что из-за Нолика мы не узнаем. Скорее всего папус звенит Нолика в своей одержимости. Папу схватил Нолика и со всей силы бросил его в зеркало. Оно разбилось, а Нолик упал мертвый. Папус громко засмеялся, и сущность из него ушла. Когда папус увидел мертвого Нолика, он заплакал и подбежал к нему и просил у него прощения. Но Нолик его уже не слышал. На этом серия обрывается. Обязательно посмотри Дом Призрака Сергиониса. Серия получилась очень страшная и страшнее, чем все потерянные эпизоды вместе взятые. Тебе это должно понравиться. Поставь лайк и подпишись на канал. И если это видео наберет 800 лайков, то выйдет новый потерянный эпизод. Как тебе потерянный эпизод? Я надеюсь, тебе он понравился, ведь он был слишком похож для Газа. Я даже не знал, это я или Газ. А, также обязательно посмотри... Также обязательно посмотри Дом Призрак. Это очень было страшно. Если на Доме Призрака наберется 1300 лайков, хотя бы просто 120, но 1120 лайков, то я сделаю потерянный эпизод. Самый страшный, самый-самый страшный потерянный эпизод. Это факт. В общем, смотри, 800 лайков под этим видео и 1200 под этим видео. И я делаю новый потерянный эпизод. Давай. Жми на лайк, или я уже выезжаю за тобой. На этом все. Оставайся таким же шикарным, бро. Ты не поставил лайк. Как ты мог? Я очень обижен. Я выезжаю за тобой. Я тебя сейчас пристрелю, понял?